Всем привет, с вами Алекс и сайт RMPC.by. В этом видео хотелось бы отметить, напомнить и сказать: спешите, можно совершенно бесплатно в Steam забрать космическую ролевую игру Starpoint Gemini 2, вышла в 2014 году. Можете видеть вот ее справа на видео. Давайте разбираться. Тех, кого не интересуют такие игры, космические ролевые стратегии, такие симуляторы, можете, конечно, закрывать видео, но давайте разбираться тем, кому игра интересна. Отмечу еще раз, 2 дня только у вас всего лишь, чтобы ее совершенно бесплатно забрать. На Метакритике получилось 70. Ну, сейчас еще посмотрим. Ну, давайте обзоры на стоп-гейме. Стоп-гейм, значит, поставили похвально. Плюсы: красивый полностью трехмерный космос, интересная боевая и ролевая часть, огромный выбор кораблей, их модификация, удобная система торговли. Минус: мир недостаточно живой, скудные квесты, заштампованный, плохо поставленный сюжет. Ну, достаточно такие не критические минусы. Игра все равно получила хорошие оценки. 7 баллов, это круто. Совершенно бесплатно получить сейчас данный космосим ролевой — это очень круто. Но отмечу, 2 дня только всего лишь. Так что давайте еще системки. Двухъядерный прос нужен, только 2 оперативки. Видеокарта старенькая, поддержка лишь DirectX 10. То есть 10, 12, там 15-летней давности видюхи даже подойдут, чтобы играть в этот космосим. Поэтому сейчас можете забирать, смотрите видео на ютубе, кому понравится, кому не понравится, мое дело сообщить. Отзывы, в общем-то, были положительные, в основном смешанные, терпимо. Бесплатно можно взять, опробовать космосим Starpoint Gemini 2, поэтому спешите, смотрите, может быть, себе возьмете в копилочку. Все, в общем-то, 2 дня, насколько я помню, 2 дня всего лишь. Сообщите друзьям, возможно, тоже будет кому-то такой приятный подарочек. Все, не забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе вступайте в группу ВК. С вами был Алекс и сайт RMPC.by. Спасибо за просмотр.